Этого ждали десятки лет. 2 года назад это стало реальностью. И сегодня, 19 февраля, поистине значимая дата. Открытие первого в России крытого лукодрома. Я хочу поблагодарить строителей, которые быстро и качественно построили нам лукодром. И порадоваться за наших спортсменов, что у них теперь появился свой дом. У наших лучников появился единственный в России крытый лукодром, специализированный для того, чтобы круглый год, в любую погоду, нарабатывать мастерство и побеждать. Мощная энергетика, и, конечно, ощущаешь себя таким, приобщившимся к древним традициям. Мне очень понравилось. Конечно, надеюсь, что здесь будет проведено не одно еще соревнование. Пусть республика будет таким лидером, локомотивом Сибири и Дальнего Востока в пропаганде здорового образа жизни. Я считаю, что мы, как спортсмены, теперь просто обязаны повысить свой результат. Насчет стартов, я думаю и надеюсь все-таки, что у нас будут проводиться большие соревнования, что люди увидят нашу замечательную республику, наш замечательный город. Продольно 20 счетов. И поперек 64, это соответствует всем международным стандартам и нормам. Поэтому, скорее всего, мы будем планировать чемпионат Европы в зале в городе Улан-Удэ. Лукодром построен по федеральной целевой программе и также по региональной программе. Из федерального бюджета выделено 150 миллионов рублей, а с регионального бюджета, бюджета республики Бурятия 72 миллиона рублей. Это как раз вложение в будущее нашей молодежи, я бы сказал, а вот лучших инвестиций не придумаешь.